В здании администрации Ленинского района состоялось очередное заседание общественной палаты. Началась встреча с поздравления главы муниципалитета Валерия Венцеля с официальным вступлением в должность. Председатель палаты поздравил Валерия Николаевича и вручил ему букет цветов. Процветание крепкой сильной команды. Ну, общественная палата, я думаю, в полном составе будет готова вам содействовать в решении ваших местных, но очень значимых вопросов. Ну, они уже наши. В свою очередь Валерий Венцель поблагодарил членов общественной палаты за плодотворную работу и поделился планами на ближайшее будущее. Мы сейчас проходим непростой этап, когда мы вынуждены договариваться в первую очередь с советом депутатов города по некой программе комплексного благоустройства на центральной части города Видно. А здесь те, кто в городе ходят своими ножками, видят, есть большие проблемы. Сейчас пытаемся хотя бы к Дню района и Дню города поправить ситуацию, которая сложилась. В рамках заседания все председатели профильных комиссий палаты отчитались перед коллегами за проделанную работу в первой половине 2018 года. Даже в период летних отпусков лидеры общественного мнения не перестают проводить тщательный мониторинг жизнедеятельности Ленинского района. Работа по мониторингу уборки территорий от снега совместно с некоторыми управляющими компаниями. Участие в наблюдательной комиссии по выборам президента. Работы по жалобам и обращениям населения по вопросу качества питьевой воды в деревне Калиновка. 10 февраля принимали участие в круглых столах проведенного гражданского форума. Еще один немаловажный вопрос – проведение выборов губернатора Московской области. Традиционно члены общественной палаты проводят оценку процесса голосования жителей района. Для того, чтобы все-таки выборы у нас были признаны честными, порядочными, без нарушений, общественная палата как раз и формирует пол наблюдателей и выездные мониторинговые группы. В случае возникновения на специальных сайтах таких вот пожароопасных моментов, когда возникает нарушение, мы выезжаем, рассматриваем данное нарушение, если вопросов нет, то действительно нет нарушения законодательства, подтверждаем, что выборы прошли законно. Рассмотрели участники заседания и вопрос повышения эффективности работы общественной палаты. Несмотря на активную деятельность, есть моменты, которые необходимо улучшить. Для этого будет создаваться специальная рабочая группа.